Всем привет, ребята! Меня зовут Сидрия, и со мной сегодня мой питомец, моя морская свинка Шарлотка. Сегодня я бы хотела поучаствовать в конкурсе от замечательного начинающего канала Яра Гейм. Эта девочка снимает классные клипы, стоп-моушены и многое-многое другое. Конечно, монтаж прихрамывает, как в принципе у меня, но видео действительно насыщенные, интересные и живые. Советую подписаться. В канале Ярки вышел... В канале Яры вышел конкурс. Я очень рада, что она так часто их устраивает, поэтому решила поучаствовать. Я хотела бы первое место, за которое будут татуировочки, два листа татуировок. Мне, в принципе, нравится снимать видео. Мне, в принципе, нравится участвовать в конкурсах, нравится снимать видео для конкурсов, потому что это интересно. А надо было подписаться на канал, поставить лайк под видео конкурсная Яры, а также снять видео с ответом на три вопроса. Три вопроса, которые я задала в своем видео. Это видео я снимаю быстро, поэтому, может быть, будет не очень качественный монтаж и какие-то необрезанные ролики. Ответы на три вопроса. Первый вопрос был такой. Я снимаю видео на YouTube, потому что это очень творческий процесс, он вдохновляет человека, и если ты начинающий видеоблогер, ты можешь как-то пообщаться виртуально со своими друзьями, и лично я получаю огромное удовольствие. Ну и хоть как-то прибираюсь в своей комнате, чтобы не опозориться на видео. Как вы поняли, второй вопрос звучит как: почему вы смотрите канал Яра Гейм? Мне нравится смотреть Яра Гейм, потому что это интересный канал с клипами. И человек не стесняется показывать свое лицо, какие-то неловкие ситуации. И это, несомненно, сближает ее с ее подписчиками. Красивые фото на обложках видео. Очень душевненько, так знаете. Мне нравится этот канал, и я вам его, конечно же, тоже советую. Очень классный, очень интересный и прикольный. Последний вопрос, самый легкий, на мой взгляд, это какое ваше любимое животное? Об этом можно рассказывать очень долго, но можно догадаться, что если у меня морская свинка, то одни из моих самых любимых животных это морские свинки. Также я люблю собак. Моя любимая порода собак – это барабанная дробь, шпиц и овчарка. Шпиц и овчарка, да. Еще я люблю крысок и, пожалуй, каких-то там кроликов. Ну, а на этом все. И спасибо, что смотрели видео. Если это видео смотрит Яра, то спасибо тебе большое. Ну, а с вами была Ситрия. Всех люблю. Всем пока. Всем пока!